Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Edge 40 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить настройки разработчика на данном устройстве. Итак, для этого мы свайпаем, открываем приложение настройки. Далее проходим раздел об устройстве. Здесь мы пролистываем в самый низ, видим номер сборки и нажимаем на него несколько раз. Далее вводим пароль экранной блокировки, и нам пишут, что мы стали разработчиком. Для того, чтобы найти настройки разработчика, возвращаемся обратно в настройки и выбираем раздел «Система». Здесь у нас появился режим для разработчиков, заходим в него, можем тут ознакомиться с настройками. Вот. А если захотим его отключить, то просто убираем галочку вот отсюда, выходим, и он пропадает из настроек. На этом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.